Тат. Тот, который трус. Или там был тот. Ну ладно. Кто-то из них, короче говоря. Сдохни, сдохни, сдохни. О. Ты нарываешься, парень, или я нарываюсь? Кто из нас нарывается? Черт возьми, Людка, как ты вовремя? Меня убивают. Черт, они все заколдованы. Надо подождать, пока у них это бешенство сойдет, иначе я труп. Или у них не сойдет это бешенство, они у меня с полудара тут валят, я чувствую. Ну, не с полудара, конечно, но валят. Надо минами пытаться их убрать с дороги. Да, пол здоровья сносит. Людка, ты где, черт возьми? Я же не буду танковать в какой-то веке. Вызывай лучников, не знаю, ОМОН вызывай, кого-нибудь. На что у тебя там есть заклятие? На что есть, то и вызывай. О, ганбот готов. Неплохо. О, я получил левел. Неожиданно. Мины, 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 мины. Лучше с минами пытаться это все сделать. Тем более, что мины именно на главаря-то именно и нацелены. О, у меня быстрый набор мана откуда-то взялся опять. Очень кстати. Давай, 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 давай. Людка, отвлеки его, черт возьми. Пускай он остановится хоть на секунду. Вызови ты этих лучников или кого-нибудь бомжей, этих зомбарей, которые взрываются. Взрывающиеся бомжи. Это не политкорректно. С моей стороны. Спокойно, спокойно, парни, парни, спокойно. Что ж вы от меня все время хотите? Чего-то я даже не знаю, как тебя зовут. А, черт, седой самец, теперь знаю. Седой самец. Хью Хефнер, что ли? Я больше не могу представить никакого седого самца. Может быть, только Клинта Иствуда? Что-то в голову больше никто не лезет. Так, надо нарвать его на зомби, короче. Оп, нормально. Отправляйся в ад! Или в зад, что тебе ближе. Гибель природы. Замечательно. Так, ядовитое кольцо, кайло. Здоровье. Еще здоровье. Секира. Неплохо. А динамит? Динамит не надо? Я динамит так до сих пор не нашел. Ну ладно, идем вперед. Нам надо отсюда как-то выбраться. А. Надо, во-первых, прокачаться. Самый слабый навык качаем. Здесь у нас что? Требуется 42 уровень. У нас какой? Эй, какой у нас уровень? Твой налево. Какой у нас уровень? 41. Такс. Пассивку. А, при использовании заряда на применение навыков вы... Не знаю. Магнитное поле. Мне нужно что-нибудь... Что-нибудь. При нанесении удара оглушенной цели электрический заряд помогает вам ее прикончить. Пассивки только внизу находятся. Это плохо. Ладно, ладно. Давайте броню.
живучесть надо все-таки прибавлять. А то я себя не очень хорошо чувствую пока что. Не очень комфортно, меня постоянно все хотят убить. И у многих это получается. Так, так. Ну опять. Опять. 25. Фигня, фигня. Не нужно. Фигня. Полная. Это оставляем пока что. Фигня. Так, ладно. Возвращаемся. Нормально повеселились на этой локации, немножко прокачались. Довольно быстро причем. И нам нужно обратно принести этому персу. Что я там взял? Динамит? Динамит я там взял? Да, я взял динамит. Надо расчистить проход некий, который ведет в следующую локацию. В которую нас и пошлют после того, как мы расчистим в нее проход. Скорее всего. Я предполагаю это. Я думаю, что вы тоже это предполагаете, и будет интересно, если будет не так. Так, что у нас тут? Осколок железного эмберита. Здесь у нас что? Эффект физический урон 285 единиц в течение 5 секунд. 24 единицы здоровья в секунду восполняет, нифига себе. Так. Плюс 12% шанс казнить. Цель. Пожалуй, кровавую я возьму и вставлю в броню. Вот так вот. Где можно посмотреть характеристики своего героя, интересно. Что у нас там по атаке? Ну вот это физическая броня. Но это еще не все, что мы хотим видеть. Так. Пользоваться двухугольным уроном. Эти камни пока оставим. Эти камни пока оставим. Взрываем! Замечательно, взрыв века прям. Так, найти на складе... источник энергии. Посмотрим, что там. Мусорная шахта. Знакомые все виды. Ух ты. А, это наш. Я уже думал, конец мне пришел. Блин, надо было что-нибудь на восстановление магии лучше взять. Если такое вообще есть. Надо мне свой камень собрать, да не париться. Какая стойкая летучая мышь. Вот только посмотрите на нее, сколько она уже урона выдержала. Боюсь представить просто. Ух ты. Вонючая масса. Очень вонючая, очень масса. Вот что значит точное название. Куда ты расплевалась тут? Давай-ка обратно запихиваю все это, то, что ты проплевала. Я тут дворник, детка. Ой, ой. Это было неожиданно. Я его даже не видел, этот сундук. Я просто подошел, я даже на него не нажимал. Так. Стенолом, лук. Все это нам не нужно. Так, постоянно забываю минус спаунить. Непонятные тролли. Троги.
даже не тролли, а непонятно вообще, что это, какой-то непонятный фонд. Хватит меня какими-то киями кидаться или каску для доски, непонятно. Что это вообще такое? Чем вы меня пытаетесь убить на этот раз? Я уже ничему не удивляюсь. Практически. Эти еще и плюются чем-то. Людка, ты как всегда вовремя очень вызываешь приспешников твоей адской задницы бесхвостой. Когда уже все сдохли и некого убивать. Прикол в этом. О, видите, их много. Мелкие даже есть. Или это просто карлики? Опять ты! Ты сюда забрался? Где ты нашел такой огромный вход в эту пещеру, чтобы залезть в нее? Давайте, подходите, взрывайте ее. Замечательно. Три золота из него вывалилось, как щедро. Просто офигеть. Никогда не забуду, каким щедрым ты был. Когда я буду это вспоминать, мне захочется убить тебя еще больше раз, чем это было возможно. Он просто растворился, черт возьми. Этот парень даже не лопнул на части, он просто растворился. Но в воздухе. Это ведь неинтересно. Сошел на нет. Как весенний цвет. Так. Портал. Что, я могу сам вызвать портал без свитка? Ха-ха. Это будет интересно. Наверное, дорогое заклинание. Блин, как этих много тварей-то. Побольше и поменьше. Где моя собака? Чё она там опять, не пойму, чем мается? Да, мне точно нужно было подумать лучше о восстановлении маны, нежели восстановлении здоровья. Слишком я зациклился на этом здоровье. Спокойно, спокойно. Не обращайте на меня внимания, я просто убиваю вас. Ничего в этом такого нет, знаете. Я это уже делал с тысячами других, похожих на вас. Не внешне, но по убеждениям. Они не высказывали своего недовольства, когда я заканчивал. Поэтому, наверное, я делаю правильно. Раз никто не пожаловался еще. После оказания моих услуг. О, да тут полный набор. Всех врагов, которые только возможны в этой локации. И не в этой тоже. Что-то ты громкий какой-то. Взял и рассыпался. За секунду. Да не обращайте на них внимания. Что-то за столько раз. О, господи, этот еще злее. Где Людка? Надеюсь, она здесь. Надеюсь, она это видит. Потому что мою задницу опять... Пора спасать. Эрик. Его зовут Эрик? Здрасте, приехали. Его зовут Эрик. Ладно, Эрик. Эрик Дам. Или Эрик Дум. И так смешно.